днем и ночью пируются, да, лишь минуту другую они отдохнут, а потом все, что есть, на деревьях сожрут. Им все безразлично, ничего им не надо. Они люди, одетых, они так на кого похожи. Да хватит уже, ты слишком добра. У этих мышей вместо мозга дыра. Мой яблочный сад и мне ресторан. Но входит ли забота о других в их план? Нет, не входи, и это факт, пойми. Просто эти мыши не умеют себя вести. А здесь я возражу тебе, они... Им все безразлично, ничего им не надо. Они думают лишь о разорении сада. Но у этого вопроса есть иная сторона. И едали вши, разнося семена. Видишь, на кубики пока цела. Они злые и страшные, холодеют внутри. И на яблони мои теперь погляди. Но с ними деревья растут, как на дрожжах. Из-за них моя жизнь — это полный круг. Другую они отдохнут, а потом все, что есть, на деревьях сожгут. Им все безразлично, ничего где-то там. Терпеть нельзя, объявим им бой. Прочь мышей, выгоним их всех за шеи. Прочь мышей, выгоним их всех за шеи. Прочь мышей, выгоним их всех за шеи. Видишь, сказанное раньше приводит к одному. Терпеть нельзя, объявим им бой.